Итак, в предыдущем видео мы затронули тему вины. Сейчас мы продолжаем. Вина. Когда вина не дает ничего сделать. Почему? Потому что ты находишься в яме вины. Как ее обнаружить? Вот какие ее первые как триггеры? Когда тебе хочется кого-то обвинять. Тот виноват, из-за того мне не получилось, из-за того мне написалось. Только что мне в личку написала парень, что ему сделали насмерть, и он пошел в церковь, и церкви ему сказали, 2 часа в день читай Библию, и тогда порча уйдет. Вот такой вот, я бы сказала, бред сивой кобылы. Потому что от того, что ты будешь читать Библию хоть 2 часа в день, 24 часа в день. Как-то у меня была женщина, и она говорит, вот не понимаю, ну почему Бог мне не отвечает? Я же каждый день 40 раз читаю молитву «Отче наш». Вот мне сказали 40 раз читать, а результата тогда нету. Я говорю, а кто тебе это сказал? Ну вот я пошла, и священник сказал. Я говорю, ну священник сам в невежестве, и ты в невежестве. Когда твои дети росли, ты, наверное, ему говорил, ну не бери конфетку от всех чужих. Поэтому, ну, включи чуть-чуть голову свою. От того, что ты 40 раз прочитаешь молитву «Отче наш», но при этом в твоем подсознании будет продолжать дальше мысль, что виноват кто-то, кто меня хочет свести с ума, и ты преследуем в своей голове кем-то, то есть ты сидишь в вине. А как ты сидишь в вине? Потому что ты кого-то обвиняешь. Но это детский сад. Кто обкакался? Не я, Маша. Так у тебя же какашки в трусиках. Нет, это не я. Это Маша туда мне положила. То есть вот эта мысль о порче, ее втюхивают сегодня со всех сторон. Зачем? Для того, чтобы люди не брали ответственность, не взрослели, не становились зрелыми и не брали ответственность за себя. Как это? Я сам себе порчу делаю? Да ладно, ну не может такого быть. Ну это вот дядя, он тут колдун, он более сильнее меня. Вот уже видим установку. То есть в твоей картине мира ты какого-то дядю наделил правами и способностями быть сильнее тебя. Это говорит о том, что ты выбрал быть бессильным. Да, люди приходят ко мне, да, мы снимаем порчу, да, мы разрушаем эти цепи, но ответственность на тебе.